Анонс и точная дата выхода 43-й серии турецкого сериала «Ветреный». 43-я серия сериала выйдет в эфир 16 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Миран и Райан вместе. И они очень счастливы. Аслан не собирается отказываться от плана, который он обговаривал вместе с Азизе. Только он не знает, что будет после того, как Аслан начнет действовать, и сможет ли после этого смотреть в глаза Райан и близким. Между Мираном и Асланом снова произошла драка. Миран предупредил Аслана о том, чтобы он не смел приближаться к Райан, или же он его убьет. Аслан решает действовать. Миран отправился к дому, где живет Зехра, для того, чтобы поговорить на важную тему. Он стал просить ее о том, чтобы вместе поехать в Медиат, так как она еще много не знает, и только там может раскрыться вся правда. Только там случился серьезный скандал между Зехрой и отцом Мирана. Азизе оказалась на том пути, когда ей пришлось пожертвовать Мираном, и пока еще не знает, что ей делать дальше. Ей придется решить, кем жертвовать, дальше своими внуками или же Райан. Для того, чтобы прекратить эту вражду и месть, необходимо воссоединить Хазара с его детьми. Тем более, что Миран был родным сыном Хазара, и все должны об этом знать. Райан оказалась свидетельницей этой ссоры, и она узнала много нового, чего никак не могла ожидать. Напомним, 43-я серия сериала выйдет в эфир 16 октября. Нравится сериал и ждете выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.